Так, ребята, привет, извините, что поздно, но хотел показать вам фонтаны еще ночью. Сейчас они как раз меняют программу. Это площадь, видно, конечно, хреново. Сюда, как всегда, байкеры. И вот. Фонтанчики, люди пиво пьют. Ребята, выходите пивка попить. Вот такая красота. Я днем их показывал, но днем не то. Ночью покрасивше будет. Как понял, уже включилась сокращенная программа на ночь. Но все равно, я думаю, красиво. Ехал с моря, заехал в аптеку здесь дежурная. Я думаю, зайду поснимаю. С моря добирался 40 минут 8 километров. Сплошная пробка. Народ валит в город. Вот такой вот у нас тут фонтанчик. Ну, о. Уже после 10 вечера они включают эконом режим, потом где-то в 2 ночи, по-моему, до 6 утра вообще отключают и днем по новой. Такое это здание ратуши, ну, городская управа, вам показывал, там не знаю, костел еле видно, телефон у меня не очень, ну, короче, такое. Все, ребята, извините, что поздно, но детишки балдеют. Днем не покажешь это. Все, пока, всем спокойной ночи. Побежал тоже, работаю с 5 утра, так что надо отдохнуть. Все. Пишите, звоните.